Всем привет, друзья! Сегодня покажу, собираю свой КамАЗ для обзоров. В данный момент пока что машинка собирается, будет использоваться мной на обзорах. В дальнейшем, возможно, будет выложена в общак, пока не знаю. Пока собираем. Кому интересно, можете смотреть видео. Опять же повторюсь, синхронизация света под видео, у нас найдете ссылочки с автоматическим включением выключением на дефолте света. Ну и уже видите, как бы я прописываю уже и на своих модах данную штуку. Давайте прокатимся. Так. Ставим запасочку. Значит, уже есть спальник. Вот. Выхлоп вверх. Ну, поедем выхлопом вверх, возьмем автономку. Есть у нас экспедитор, вот такой товарищ будет у нас еще. У меня тут еще один, одно сиденье свободно, то есть кто-то, возможно, еще будет кататься тут. Так, ну и возьмем, наверное, прицеп бортовой. Бортовой прицеп и защиту кабины с фарами. Ну все, тут же мы уже на гараже стоим. Вот. Все. Все работает. Тоже тут уже прописано все для защиты. Погнали. Ерундовина, наверное, тень. Пока не знаю. Машина еще пока что вся в переработке, в полной. Так просто прокатиться. Подвесочку проверили, скажем так. Дефолтные аддоны уже все подогнаны. Он слишком мягкий. Слишком мягкий. Оба-на. Что-то прилетело там. Ну да, какая-то ерунда там впереди просвечивает.
кстати, вот. Плюс синхронизации света, видите? Сейчас это я возьму. Стрелу. И свет у нас, видите, есть тут. И люди, которые будут с вами играть, то есть как бы, весь этот свет видеть будут тоже при погрузке. Вообще обалденная вещь, видите, свет по кругу ходит. Видите, как хорошо. Раньше проблема была с погрузкой постоянной. Сейчас свет присутствует. Дополнительный. И кто вас грузить будет, вы это будете видеть. Они будут это все видеть, если у вас стоит синхронизация. Как бы. Так что вот так вот, ребята, скачивайте синхронизацию. Прикольная штука. Ладно, грузимся. Погнали. Потестим слегка КамАЗик. Все это только начальная разработка, доработка. Еще раз повторю, пока я его собираю для себя, не знаю, буду выкладывать, вообще к ней буду, время покажет, ну, пока будем собирать для стрима его, для стримов, для обзоров, на нем куча-куча аддонов будет, куча прицепов. Плюс экспедитор. Даже возможно два. Пока сиденье одно свободно. Дополнительное еще место есть. И все, встряли, походу. Да, с прицепами ездить вообще тяжело. Какие-то они нереально тяжелые. Проще, наверное, 6 очков бревен отвести. То есть тут, видите, пока ничего, ни анимации, ни кардонов, ни руля, ничего нет. Ребята, должны помочь. С 3D-максом я не сильно дружу, можно сказать, вообще не дружу. Мастер на все руки. Все. В нашей компании, скажем так, и друзей, которые будут это все пилить потихой, пытаться сделать мне машинку. Да, что-то слишком уж мягкий, конечно. Его немножко пожестче сделать, но это все еще после 3D Max'а, там анимация вся это слетает, придется все по новому перенастраивать. Сейчас пока просто перебираю файлы. Потому что хлама очень много обычно в модах, в папках, там, в текстурах. Поменьше весил. Тут
просто сейчас стопудово встрянем. Там уже тут увидите хардкор полный. Жестяк там, особенно под конец. С прицепом тут машины как-то не едут вообще. Ну, скажу, урон где ловит там. На переднем мосту где-то. Вот и все, приехали походу. По Нижайку. Сейчас сломается уже. Машина там. Надо экспедитору сказать, пусть идет толкает. Придадим небольшое ускорение. Прицеп действительно как якорь. Вот чего полегче не могли сделать, что ли? Роспуском, наверное, и то, как машина бы спокойно прошла. Видите, тут грязи накидал жестко. Разгружаться не будем, пойдем так, напрямик. С прицепом такая на жизнь вообще. По нормальной дороге нормально тащит. Опа. Чего приехали, е-мое. Да, экспедитор вообще веселуха. Надо прописать ему 100 очков ремонта. Ну да, блин. Зато вид из кабины уже из-за них пропадет, из-за этих парней там. Или садить не надо их туда вообще. Забавно. Сколько урона тут по нам прилетало. Нормально, прошли. Тащит прицеп. В хардкоре не идет, а тут, в принципе, нормально. Так, что у нас сейчас? А, вот, сейчас мы тут. Давайте уж тогда с прицепом сюда маханем. Ух. Давай, поехали. В лес за орехами. Оу, да, вообще мягкий. Слишком чересчур он что-то мягкий. Оу, прицеп все встрял. Ничего, как тебя вот таскивать, парень. Сейчас еще давай перевернем тут эти дрова. Давай, поехали, ну. Все. Залет, походу. Залет. Вот, выехали. И что теперь как? С прицепом я назад не хочу крутиться. Ну, давайте туда. Тогда мы так сейчас объедем. Наверное, масс мешает. Вперед на мины,
все, приехали, не пойдет он туда с дровами, не пойдет. Надо вылазить отсюда. Ну да, какая-то балда, там, например, тень. Тень, походу. Надо будет проверить. Так, в лужу не полезем. Он тонет. Тоже там все ничего не настроено пока. Видите, тут есть объезды. Даже можно спринт тут бабахнуть, я, наверное, думаю. Чтобы взять. Да, приближение до камеры могли бы поплавнее немножко сделать, ее упало. Ну, погнали. Сейчас уроним-то мы все тут, наверное. Эх! Почти. Почти. Мастерство не пропьешь, как говорят. Ночь, день. А, даже на науку еще. Вот так. Обалденно. Ну, в гараже у нас эти машинки все светят. Ссылочки, еще раз повторю. На автоматическое включение-выключение, это версия 3 там у нас будет, ссылочка, синхронизация света версии 3, СВМП, в мультиплеере все работает. На дефолте, по крайней мере. Вот и все, круг почета прогнали. В принципе, неплохо. Подвесочку надо пожестче делать, а то вообще он как пластилиновый. Поехали. Все, ребята, всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, кому что интересно, 100% гарантии не даю, отвечу, не отвечу, ссылочки на полигон Виторгана 5.2 будет под видео, и ссылки на синхронизацию света. Там три варианта. Без лучей светят постоянно. Это версия 1. С лучами. По-моему, версия, наверное, 2. Которая с лучами. Там написано, которая с лучами. Машины на полигоне будут ставиться. То есть не прям рядом. То есть не вот так, например. Берете машину. То есть вот тут вы ее не поставите. Вот тут ее не поставите. То есть ставить надо где-то вот. Ну, подальше, и желательно подальше от машины.
точка на дефолтном полигоне. Если, например, я на Витином полигоне ставил, у меня стоял вот дизил, стоял УАЗик, и вот на этом месте, где у меня сейчас стоит КАМАЗ, вот тут машина появлялась. На дефолтном там площадка больше, так что просто дальше ставь с лучами. Будет ставиться машинка. Ну, кому не принципиально этот на полигоне ездить, а играть в мультиплеере, то спокойно можете гонять, все там ставится, все работает. Так что вот так вот. И версия 3 это автоматическое включение. Ночью оно в районе там 7-8 часов. Оно включается. И утром там что-то 6, наверное, в 7 вырубается. Ну, в принципе, отлично. Ну, что вы видите, все. Оу. Да, с прицепами машины вообще не едут, а обалдеть. Чем разработчики занимаются, вообще непонятно. По-моему, ничем они не занимаются. Делают так, чтобы игра не работала. Всякие воркшопы, всякую шляпу придумывают. Люди покупали за 800 рублей игру, а потом сидели и репу чесали, что же им делать, да как им быть. Хотя вот видите, миллион различных людей модов делают суперских просто. Это целая компания, все сидят, только бабло гребут. В лапте обувают народ. Столько денег накачали за эту игру. Уже можно было, не знаю, тут мотоциклистов сделать, и чтобы водила поссать, к березе выходил куда-нибудь. Могли бы уже сделать. Это они вообще. На дефолте на 4320, по-моему, на синем еще. Текстура на текстуре Урала даже, по-моему, эти габариты белые, не про текстуренные. Хотя там элементарно можно сделать в фотошопе, там в пайте где-то скопировать этот поворотник туда, вставить и сохранить. И все будет выглядеть достойно. Не считая там подгонки. Кстати, вот в этом самом синхронизации света вот стоит там в архиве, прямо я настроил на фургонах там, вот на гараже, на фургоне, по-моему, на чем-то еще там, на ремонтный прицеп длинный такой там. А вон он, кстати, сзади едет. Не совпадали эти фонарики, сам свет не совпадал с фонарями, место расположения. Я все исправил и поставил туда, куда надо. Так что если поставить эту синхронизацию, у вас этот свет будет светить там, где нужно. Хотя
в реале, как бы, может посмотреть, там ни хрена не попадает, по-моему, правая сторона, левая вроде попадает в фонарики, а правая там три фонаря не попадает вообще. Причем там расстояние такое ого-го. Так что вот, вот вам и разработчики. Парни мододелы, и то, наверное, больше бы сделали. Не больше бы сделали, они сделали больше, чем все эти разработчики. Вся эта контора, которая продает за огромнейшие деньги как бы эту игру, в итоге ничего не делает. Хотя я говорю, из нее уже тут можно было GTA 6 сделать, наверное. Вот то бабло, что нарубили. Уже бы водила мог бы выходить спокойно там с машины. Да и функционал можно было бы ого-го какой сделать. Ну, никому это не надо, ребята. Никому не надо. Давай, поехали. Сейчас сходу сейчас укупим. Наверное, КамАЗами. И все, сейчас спокойно дышу. Пойдем на работу. Все, по-моему, приехал. Приехал парень. Все. Там уровень там маленький не настроен. Все. Трюба. Вот и. И закончилась наша покатушка, ребята. На этом. Все. Что-то я стал много писать там по времени. Все, всем спасибо, ребята. Возможно, когда я доделаю, покатаюсь на обзорах, на стримах на этом формате, возможно, выложу. Будем надеяться на это. Так что пока что в данный момент машинка в данной моде будет в разработочке. Может кто-то к этому времени перепилит и сделает там что-то лучше еще намного. Хотя есть куча модов обалденных. Но мне так лично нравится вот этот 43-101. Все, всем спасибо за просмотр, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь в группу на канал. Всем удачки. Пока-пока.